Гришин Егор Сергеевич. Обложка. Первая роспись гимна Российской Федерации «Небольшое волнение». В библиотеке номер 1 прошло знаменательное событие для юных одинцовцев. В торжественной обстановке глава городского округа Андрей Иванов вручил паспорта школьникам, достигшим 14 лет. Вручение прошло в рамках акции «Мы – граждане России». Мне очень хочется пожелать вам, чтобы вы росли законопослушными, достойными гражданами нашей страны, чтобы вы берегли нашу Родину, ценили ее, любили, чтобы вы всегда знали, что каждый из вас – часть большой, огромной страны, часть большого народа и часть страны с великой историей. Не подводите ее, очень достойно себя ведите, хорошо учитесь. Устройство на работу, получение авторских прав, открытие банковского вклада – это лишь часть тех привилегий, которые обретает обладатель главного документа. Официальный статус гражданина Российской Федерации получили 16 подростков. Новые возможности не терпится использовать Степану, но и об обязанностях юноша обещает не забывать. На самом деле не готовился, но очень все-таки нервничаю перед этим таким событием на самом деле. Правда, уже становлюсь гражданином, и поэтому надо уже иметь какую-то осознанность в действиях. Кроме напутственных слов от руководителя округа, ребята получили книгу Карамзина «История государства российского». Мария Шматкова, Дарья Чеботарева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».